«Один за всех и все за одного» – известная фраза стала девизом семейной эстафеты на сап-бордах. Побороться за победу во Дворце водных видов спорта собрались десятки первоуральских родителей и детей. Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Поэтому задания старались сделать, чтобы были посильные и детям, и родителям, и чтобы это было и спортивно, и в то же время не очень сложно. Цель вообще оздоровительная и праздничная. Здоровый образ жизни, семейные традиции. Для участников подготовили несколько заданий. Сначала представители команды должны были переправиться на другую сторону, затем проплыть эстафету в 50 метров с мячом. При этом задевать его можно только головой. Самым зрелищным стал этап «Ловкий официант». Участники быстрее соперников должны были доставить импровизированный заказ, напиток и десерт на противоположный берег. Первая эстафета была для мам очень убийственная. Мы плыли 3 по 50. Это очень тяжело. Руки устали, ноги устали. Но круто. Мы любим такие мероприятия, особенно семейные. Это как-то мотивирует, это дает задор, дух спортивных соревнований.